Не, не дуже. Це приїхали на рибалку. Це прямо в глаза, поняв? Не видно нічого. Місний бракош. Все хорошо. Это Тарасовка. Только приехали. Ну пока тишина. Второй день рыбалки. Ситуация какая? Там в садке куча живцов попорченных. Я бросаю на живца. Но щука не берет. Напарник мой только закинул куриную печень. Сразу через минуту сомик клюнул вчера вечером. У меня там плотва, густера, один карась и голавлик. Ну, не знаю, штук 15, может. Да, нету той весенней рыбалки. Сейчас надо рыбу ждать. Выманивать как-то, короче. Ну, там у меня на живца. Это Тарасовка. Тут живец у меня закинутый. Куда я его только не кидал, туда и туда. Такое место. Тот дед, что вчера на лодке плыл, одного карасика поймал, нам отдал грамм на 300. Второй говорит крупный. Пішов, каже, під лодку кудись, так він його і не витащив. Це він тут десь їх ловить. В кушерях. Дождик пошел. Сейчас уже будем собираться. У меня там все-таки такое мелочь. Живец. Вот тут использованный бэушный. Тут живец у меня что-то не играет уже. Опять менять надо. Что менять уже. Тут что-то. Дёбает мелочь какая-то. Там один карасик, густёрка, два голавлика, красноперка и вот тут живец плотва маленькая. А у напарников там хорошие караси. Сомик. Ну, в общем, там рыбка покрупнее. Они нашли там место, куда. Ого-го.
бомбает что-то. Это мелкое плато. Настоящие рыбаки. Рыбу уже сложили, а удочки еще стоят. А вось клюнет еще.